Сосна крымская, сосна европейская, сосна обыкновенная. В Верхнедонском районе заготовка зеленых красавиц идет полным ходом уже с конца октября. Чтобы выросла одна небольшая новогодняя елка, в среднем требуется от 6 до 10 лет. Один ярус растет в течение года, а в условиях засушливого климата нашего региона это еще и тяжелый, кропотливый труд лесников. Каждое дерево высажено вручную. Борьба с засухой, защита от болезней, охрана от пожаров. Средств лесных красавиц вложено немало, но цены в питомнике доступные. 130 рублей за метр оптом и 180-200 рублей в розницу. Тем, кто срубит сосну без спроса, это обойдется от 3 до 200 тысяч рублей, а то и до лишения свободы. Составляем, естественно, протокол об административном правонарушении. Но если большой объем, конечно, нарушения, приглашаем сотрудников органов внутренних дел, потому что в этом случае вполне возможно, что будет заведено уголовное дело. В предновогодний период в Ростовской области организован дополнительно 51 маршрут патрулирования хвойных лесов общей протяженностью 3700 километров. На помощь правоохранительным органам приходят казачьи дружины. И вы видите, сколько у нас 31 числа невостребованных сосен, елей, различных, по вполне доступным ценам. Это просто есть желание корыстное у какой-то части людей, поэтому мы стараемся их пресечь. Совсем скоро заготовленные ели и сосны поступят в продажу. Специалисты лесхоза рекомендуют обращать внимание на качество дерева. Ровный ствол, зеленая хвоя, отсутствие повреждений от грызунов и, конечно, яркий аромат. Главный набор легитимной елки. Екатерина Сафронова, Андрей Коник, Андрей Токарев. На Дону.